Всем привет! Вы слушаете Алексея Халецкого, и пришла пора взглянуть на Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm после выхода свежего патча. Там много поменялось в механике. Сетевая игра на восьмерых. Мы решили играть на Пангее, правда, со случайными деревьями технологии социальных политик. Мне выпал Рим, приятная цивилизация, давненько я за него не играл. Все остальные настройки стандартные, и партия получилась действительно необычной. Традиционно напоминаю, что спонсоры канала все серии сразу могут посмотреть во вкладке сообщества, а также прошу воздержаться вас от бессодержательных спойлеров и оскорблений участников игры. Приятного просмотра. Смотрим. Есть трюфеля, это значит, что, возможно, тут можно будет храм Артемиды поставить. Может мне сюда подвинуться, чтобы сюда город влез? Отвратительно. Наверное, кстати, да. Я бы вот тут город поставил. Конечно, так себе производство, все. Ну, надо, конечно, с трюфелей начать, чтобы вырасти. Ну, в принципе, где-то тут надо будет... Хотя, ну, на еду тут ничего, так можно подрасти. Наверное, храм Артемиды очень в тему получится, я думаю. Камень. Ресурсов маловато вокруг. То есть три ресурса получается все просто. Ну, ложечки. Хоть на счастье что-то есть. Ну давайте. У меня тут 2-0 клеточки везде. У меня есть две клеточки 2-1. И вообще вокруг. У меня вокруг только три картинки и все. Значит, все нормально. Ну, то есть там, может, у других тоже не очень. Так, давайте, наверное, предварительно я вот так поставлю, пожалуй, храм Артемиды. Хотя тут так производства не так уж и много, да, для храма Артемиды. Это какая река? По? И тут по. И тут по. Так, это все по. То есть, по идее, что тут я смогу дамбу поставить. Третью игру. Один и тот же вулкан рядом с моим городом. Читы? Возможно. Давайте предварительно, наверное, вот сюда дам. Не-не-не, стоп. Стоп. Ну, у нас есть камень Самодел, здесь. Давайте. Может мне... Можно мне 4 овец обратно? Короче, дамба вот сюда нужна. Акведук сюда. Не акведук, а... Бани. Это тут великая арабская равнина. И, соответственно, вот сюда производственный район. Это будет на плюс 5 район. Даже на плюс 6 вроде. Ну, будем заканчивать. Кампус где-то тут, наверное, влезет. Ну, с ромашкой еще рано что-либо решать, потому что не видно еще территории вообще. Все глянем, наверное, что выше. Ну тут точно надо будет город где-то ставить. Раз, два, три. Вопрос только сюда или сюда. Мне вот сюда больше нравится. Так, предварительно. Озеро называется Галилейское море. Ну, нормально. Знаменитый Галилейский. Это, по-моему, Мертвое море, да? Так называлось, нет? Аральское? Нет, Галилейское. Иисус Христос, там этот апостол Петр в нем рыбачил, когда его встретил Иисус. Эту дорогу построил герой Финн Маккул, когда был вызван на бой великаном. Геологи не согласны. Они связывают образование этих колонн с вулканической активностью 50 миллионов лет назад. Было бы прикольно, если было написано «Некоторые геологи не согласны». Да, точно. Кстати,
Вот тоже по поводу Мстителей. А ты что, у вас в команде вообще бог есть? Как бы это... Зачем вот другие вообще нужны все? Он полубог. Или этот еще... Нет, он бог. Он бог, да, конкретно. Ну, еще там Ваня Усович, по-моему, шутил, что типа, вот смотрите, там есть Капитан Америка, летать умеет, там, ну, бог просто вообще. Ну что, дед Бородет? Я здесь. У тебя ходит все? Ходите тогда. О, у меня три, вот, отлично. Давайте. Короче, в команде у них там это, и чувак, который из лука стреляет. Типа, как в принципе, любой другой человек может это делать. И Наташа, да? Да, и нет, Наташа. Там, если ж лезть в сам лор, там они, ну, непростые ребята, как бы там все улучшенные там и прочая дрянь. Бля. Что такое? Ну, короче, прокачку другую получили. Третий ход варвара нашли меня. Я на первый нашелся. О, я тут, кстати... Я на первый ход. Смотрите, уже это выпала комета. Я тут смогу сейчас колясочку найти. А на второй ход находит разведвар. Ну вот. Так, а вот теперь можно, смотреть. Наверное, переключиться. Все равно один ход будет роста, зато производство побольше. Мне пришлось поставить город, потому что появился разведчик варвара прямо возле моего поселенца. Так, они не могут сразу грабить. ГГшка сразу на месте будет ставить города. По ТГ дымкали. Так. Дед, а тебе компьютер город поставил? Да. Нормально? Ну, в такие места, что где бы не поставил, везде хорошо. Опа. А вот и главный претендент, я смотрю. Слышь, у меня тут одни клетки 2-0. Да нет, я имею в виду, что тут плохие места. Я имею в виду плохие. Слушайте, может мне не строить второго скаута? Как бы коляска есть. Я так и не понял, вы девятером пошли или кто-то вышел сейчас? Восьмером мы играем. Мелочно как-то. Вроде были планы на 12. Да. Скатились. Мы пока гусей собрали. Блин, дерево технологий, это социальных политик не очень. А что не так вроде? А там следующий мистицизм. Не, я все-таки хочу скаута. Коляска коляской, но скауты бегают получше. И все равно более быстрая разведка никогда не помешает. Так, тут уже море, да? Да. Я Петус. Кто ты? Я Петус. Кто? Петус. Я Петус. Угу, лошади. Так, я думаю, что мы эту клеточку выкупим. Так, тут я постою, мне надо забрать эту. Так, Артемида, это в четырех клетках. А вот, кстати, Артемида в четырех клетках. Лагерь, пастбище и плантация. Что надо так разместить, чтобы оно реально в четырех клетках... нет, давайте не гончарное дело, давайте горное. Значит, раз, два, три... В принципе, пока выглядит, что здесь оно как раз ставится. Я бы Артемиду построил. Угу. Тут где-то город. Чё дали?
ускорили астрологию. Ну, если я чудо не найду, то норм будет, конечно. Ускорение так. Так, а где у нас, кстати, лагеря? А, уже открыто. Так, ну мне нужно строить. А, я уже поставил. Потом поселенца, пожалуй. Хотя, может, не спешить. Может, с Артемидой поспешить. Вот тут, я вот не вижу тут прям такое место под горы, что прям надо бежать ставить. Но тут я где-то... Либо, тут надо либо на трюфеля, либо вот сюда ставить город. Потому что тогда у меня будет доступ к пресной воде за счет озера. А количество ходов мы решили оставить фул? Нет, я не успел поменять с этими сейвами. Все, играем на фул. Не успел, а забыл поменять. Тут озеро. Ларио, Фучино. Так, я бы сюда вниз исследовал как раз. Так, Рим, 3 жителя. Ну, тут... Хорошо, а быстрее себя так? Нет, не будет быстрее строиться. Может, эту клетку купить? Я бы хотел все-таки больше строиться, чем расти. Эта клетка точно быстрее построит. А, нет. А, да, три хода, да. Тут мне надо будет рабочим камень обработать. Нет, вообще начну сначала с трюфелей. Потом, наверное, лошадей, потом камень. Руинка. Так, вот тут, мне кажется, побережье просто идет, поэтому я... О, еще руинка. О, Везувий. Ну вот, в общем-то, я ускорили астрологию. А, я первый встретил Везувий. Ну, Везувий логично рядом с Римом, то есть тут должен стоять Неаполь где-то. Или Помпею поставить. О, тут, кстати, хороший город будет. Я бы вот сюда повел второй город. Ну, вот сюда скорее я буду ставить. Правда, сейчас вот тут варвары прибегут. Вот сбегает, сообщит обо мне, очевидно. Наверное, этим скаутом надо попробовать его завалить. Так, а где я еще находил? А. Давайте, наверное, сюда посмотрю. О, тут горы находятся. Так, горное дело я открыл. Давайте пока гончарное. После поселенца второго я прачников построю. Тут явно сейчас ко мне прибегут. Ну и кроме того, надо ускорять Артемиду. Конечно. Артемида мне тут в принципе неплохо. Вот еще одна плантация. Ну, в общем, смотрите. Артемида даст раз, два, три, четыре, ё-моё, пять, еще и разлив произошел. По-моему, никому ничего. Да, ноль, ноль. Правда, и повышена урожайность у нуля клеток. Мастерство. Кстати, вот это мастерство хорошо, потому что я вряд ли буду районы строить. А нечего тут менять. Нечего.
Дальше. Здрасте. Могу я тебе дать мастерство, кстати, откроем, там как раз карточка на убыстрение строительства этих прачников. О! Так, что-то вот это как раз можно сменить. Отлично. Европа! Какая опа? Так, переселяйте. Амасия и Авалония. Так, а Авалония где? Вот. Нет. Ну, в принципе, рядом никого не вижу. Так, какой пантеончик взять? Привет. Вопрос. Культура от плантаций. Но у меня пока тут только две плантации, я вижу. Кстати, можно взять... на этих... Богиня охоты. Вот тут лагеря, в принципе, неплохие. Или все-таки что-нибудь на веру? Не знаю, хочу богиня охоты почему-то. А, где она? Тем более, вот он уже сразу начнет работать. Так, и Артемида мне еще нужна, чтобы в Золотой век выйти. Не должен мне убить скаута. Не должны, точнее. Так, ну, пока вроде территория выглядит неплохо. Правда, к сожалению, прокачки для скаута нету. Видите, кому-то проход далековато. Здесь у нас... Так, ну отходим пока. Привет. Да, тут на производство. 3-2, а если так... 2-2, вот так мы сделаем. Давайте сюда посмотрим. Так, ну тут мы на варваров не полезем скаутом. Эту тут исследуем. Ну, в принципе, мне уже мои места нравятся. Так, давайте потихоньку стрельбу из лука открывать. Что я уже начну прачника строить. И тут явно ко мне вот отсюда приедут. Я бы, наверное, коляску сейчас вернул домой. Тут бы еще посмотреть, что. Но, в принципе, вокруг Рима есть куда города ставить. Нету, к сожалению, видите, на... Вот тут можно два кампуса поставить, типа, чтобы они еще друг на друга влияли. Блин, вот этот лучник, который бежит за моей... За моим скаутом, не очень круто, потому что я же хочу посела вести. Ну, хотя дуболовом, наверное, его защищу. В принципе, все равно тяжело идти. Так, три хода мастерство. А, это мастерство ускорилось. Блин, мастерство это три клетки. Если вот ускорилась трудовая повинность, вот с чем я перепутал, было бы лучше. Так, давайте после... Нет, лучше не ставить... в очередь социальной политики, потому что я тогда забуду поменять карточки.
Ну, гор мало, но тут, слава богу, опять же, рационализм из-за того, что ну, плюс 4 теперь требуется, то, в принципе, терпимо получается. Сюда, чтобы перепрыгнуть следующим ходом реку. О, еще руинка. Да, но мне очень-очень нужна Артемида. И, кстати, даже с Артемидой, возможно, я в золотой век не выйду. Хотя уже... Но мне надо где-то еще и варваров убить. Хотя, подожди, еще 15 ходов, что это я... Я что-то решил уже, типа, мало осталось. 15 ходов норм. Но Артемида очень нужна. Тут Артемида мне будет очень в тему. Рим будет расти. Где-то вот тут должна быть ромашка, мне кажется. Поэтому надо на этой реке думать, где город ставить. В принципе, ну, как-то рядом никого нету. Мы стоим, терпим. Я думаю, что не может он меня убить. Так, как у меня посел идет? Ага. Ага. Ага, вон уже прутся дуболомы. Кстати, хочу скаута проатаковать. Потому что следующим ходом я, возможно, смогу его убить и ускорить стрельбу из лука, соответственно. Но мне надо... Знаете что, я давайте отложу. Мне надо три прачника сначала сделать, прежде чем стрельбу из лука ускорять. Давайте вот так. Этих я буду на карточке строить. Ну, в смысле, прежде чем открывать стрельбу из лука, ускорять-то ее можно в любой момент. Я просто могу ее следующим ходом ускорить и открыть, и потом луки строить. Мне же еще рабочий нужен, но ну, рабочего, наверное, куплю за деньги. Ух ты, вот это уже, да, смотрите. Хована. Я вас категорически приветствую. Что я и говорил, в общем-то. Приветствую. Так, давайте о, сюда. О, Миша. Сверху пришел. Блин, да. Может мне... Так, короче, отсюда надо валить. Я есть хочу сейчас просто убрать карточку на плюс 5 против варваров. Ну, чтобы этих быстрее помню, построить. Мы когда-то играли, наверное. Да. Ты был, ну, когда вот космос, роботы и дипломатия. Раз. Потом да, монголом когда? С монголом играл? Я за монголом, да. А, ну, значит, договоримся. Да без проблем. А потом еще была игра, когда ты на Кхмере, я на Мапуче. Проплыл в пролив, забрал перса. А Леша пришел на джонках и сказал, что я слишком большой кусок себе захватил. Надо было ацтека. Чего? Что ты слишком много знаешь? Походу ему рассказали, что он не прав. Ну, да, там было против джонок, не поспорить. Хотя, плюс 10, каравеллы выдерживали 2 выстрела джонок. Какие-то прошлые игры вспоминают. Так. Этого давайте сюда. Американец. Протакуем. Вас именно вот слева. Тут. Вот этого лагеря. Блин, сволочь разграбила меня. Саладин. Так, давайте-ка я, наверное, тут я сюда встану. А, так, опять стрельбу из лука на один ход надо отложить. Там есть на что интересно посмотреть у тебя? Да, ну, это... не особо, сколько только город-государство на юг красненькое. Что-то дорого. В целом оно неплохое, даже очень неплохое. Блин, это что-то долго. Государство. Да. Ой, если долго, дорого. Ясно, понятно. А
права у меня на деньги стоит. Вот этого города-государства коричневого, там есть хорошее чудо. Не, это долго, 105, это, ну, я не накоплю. Так, тут стоим, пускай атакуют, пускай атакуют. Окей, спасибо. Мне рабочий нужен, чтобы вырубить лес под Артемиду. Подойдем, пускай обстреляет моего дуболома. Блин, так раз такое дело, может мне следующим ходом поменять, заплатить деньги и поменять карточку на плюс 5? Будешь этот лагерь бить или нет? Против варваров, потому что... Он меня заметил, надо сейчас его... дешевле должно стоить, наверное. Просто на 60 золота. Не-не-не, я... Три хода. Да, наверное, знаете, что заплачу? Ну, пусть мне уже плюс 50% не надо. Если я не справлюсь, можешь прийти и забрать. Плюс 5. А может увеличить стоимость? Давайте вот так даже сделаю. Пускай строители быстрее делаются. Так, теперь убиваем. Убиваем. А, нет, не убился. Так, здесь... Подходим, блин, этот хай лечится. Что надо изучать? Стоп, а я... Продаю информацию. Не, я а почему у меня два... Привет, почему у меня два этих оказалось? Или через журнал? Что за бред? Да нет, тут понятно. Ну, не, меня ж не убивали, как я отменил? Я же три прачника ставил на очередь. Ну, отлично, 60 монет в жопу засунул. Ни за что, в общем-то. Гаси, уже недовольство. А чё это так? Чё-то жёстко. Нет, давай так просто на производство. Американец, как бы нам разведчик? Фики, у тебя ускорил? Вообще как? Он обработку движется, бронзы, нет? Да. Развед. Ой. А, ну да, вот я хотел вниз пройти. Ну там варвары, там два варвара, то есть если я спущусь вниз, они меня убьют. Исследовать? Так что, такое себе. Блин, 20 ходов. 10 ходов осталось, что-то... Ходи. Ну мне надо там идти лагерь забирать, это тоже 3 очка будет. А, их там уже два, там копейщики. Да, там один заспавнился и один внутри. Мерзость. Ну да, это лучшее место для храма Артемиды. Тут даже особо других и вариантов нет. Так, давайте... О, вот и Финикия. Это вот так добьем. Здравствуйте. Да, блин. Опять чуть-чуть не хватило. Этого апнем. Тут открываем стрельбу из лука. Потом... Нужна ли мне каменная кладка прям? Ну, давайте каменная кладка, обработка бронзы. Не, подождите, вообще бы мореходство, там у меня жемчуг. Давайте сначала так. Ну, чтобы рабочие могли... То есть тут залив. Там хоть, может, кого встречу? Блин, никого не встречу. Так, следующим ходом как раз закончится рабочий. Я сюда перепрыгну, отложу производство, начну
Строительство Артемиды. Только рядом с лагерем. Отлично. С лагерем то, что надо. Мне не хватает 9 очков. 4 очка будет Артемида, 3 очка лагерь. Еще 2 очка где-то надо взять. Никаких уникальных юнитов и... А, ну я могу выйти, во-первых, в какую-нибудь эпоху. Нет, хрен я выйду. Боевой мощи против укрепленных защитников. А раньше было против этих, против рукопашных просто. Ну давайте, ладно, возьмем. Апаться ли мне в луки? Так, тут откладываю на один ход. То есть я, видите, стоп. Почему я храм Артемиды не могу строить? Твою мать. И кто это такой быстрый с храмом Артемиды? Известный игрок. Почему это неизвестный? Очень даже определенный. Твою ж, блин. Ну это печально на самом деле. Ну я не знаю, конечно, я мог вообще не ставить второй город. С другой стороны. Угу, вон где лагерь. Ну тут все, тут нормальный век. Как бы без шансов. Ну ладно, пойдем тогда. Блин. Ну это реально обидно. Так, ну тут боевая мощь против варваров я оставлю. Да и, наверное, на строителей пока оставлю. Куда-то в Раннюю Империю надо идти. Раз, по идее, два хода, пока рабочий строится. Кроется это. Блин, как же Финикии-то повезло, а? С чем? Да там все погорело просто. Жесть. Там клетки, видимо, были. Блин, надо все-таки, наверное, апнуть. 1-1. В лучников. А, нет, хотя бы одного. 2-1. Ты про... Вот рядом с рисом джунгли, что ли? Да, джунгли, видимо, справа. Там одна клетка только сгорела. Так, ну тогда надо расселяться. Которая вот между рисом и... как его, и кирпичом. Вот этого я апнул булочника пока. Так, здесь клеточку куплю и обработаю. А, блин, я плантации не открыл, да ё-моё. Ой, плохо, плохо. Виктория, подвинь разведчика, пожалуйста. Сейчас, секунду. Ну, нету смысла этот лагерь сейчас бомбить тогда в следующей эпохе. Так, тут мы... Так, делаем чисто на производство. Ну и тут я поставлю карточку на... Спасибо. Поселов. Пойдем исследуем, что здесь. Ну тут надо город где-то вот на месте этого лагеря ставить как раз. Так пока надо будет вокруг расселиться. Ну я не знаю, я что-то соседей даже встретить не могу.
Ну, один точно где-то тут будет, потому что тут другой континент начинается, а тут у меня вообще куча территории. Как будто я на этой планете один-одинёшенек. Хотя мы знаем, что еще семеро где-то прячутся. По закоулочкам. Поселенец меняем на 50 к поселенцам. Три хода. Так, сверху у нас вода. Вода. Кругом кстати, вода. А кто говорил про пожар? Я. А по нации? Виктория. А, все, тогда все понял. Я что-то перепутал с американцем. Я тут увидел, да, красиво. Давайте каменную кладку, потом обработку бронзы. Почему не матом? Там, походу, там можно. Мне тем более стены надо построить, ну, я таким образом надо. Открою, где мои бани уникальные. Точно. Не, давай сначала обработку бронзы, потому что я раньше открою что железо, и я на один больше, сейчас обработаю железо, увижу, где... Надо. Где... Легионы мои. Хотя мне тут нападать не на кого. Вообще никого рядом нет. Может, тут, конечно, кто-то будет. Все туда. Ну, я вообще так прилично туда прошел. Вот тут... Тут... Даже не знаю. Большой бассейн кто-то построил. Я могу еще, конечно, попытаться... Этот построить. Стоунхендж. Я не могу попытаться в астрологию далеко идти. О, большой бассейн кто-то построил. Ничего себе. О, здорово. А я уж думал, не встречу никого. А я надеялся, что не Рим встречу. А не волнуйся, я далеко отсюда. А, 8 очков эпохи, то есть ты у нас как раз в нормальный вышел. Ну смотри, вот тут Везувий, как ты думаешь, кто тут должен рядом с ним быть? Я это узнал на прошлом ходу. Мне об этом рассказывали, но я не понимал, какое чудо. Я тут Помпеи поставлю. Одобряю. Так, стоп, а куда мне, собственно, этого посела ставить? Я бы, наверное, сюда пошел. Причем как-то вот сюда, наверное, даже. Блин, слушайте, что-то я засомневался, куда мне там ставить. Сейчас надо подумать немного. Это они с варварами намудрили. Такое чувство. Мне просто некуда ставить города. Это, конечно, не очень удачно. У меня тут коляска.
На этом пока все. Спонсоры канала могут посмотреть продолжение прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!